Сейф монолит, стандартная конструкция. Установлен электронно-кодовый замок Cobo Mauer. Сейф предусмотрен. Монтаж сейфа предусмотрен на боковую стенку. Здесь будет устанавливаться вот эта монтажная пластина изначально, после чего она будет, сейф будет навешиваться и прикручиваться через вот эти отверстия на эту пластину, на 16 шпильки. Конструкция сейфа такова: наружный лист 5 мм, потом идет 5 сантиметров армированного фибробетона, потом идет внутренний лист 3 мм. И уже здесь установлены замки, ригельная система, ну точнее ригельная система и блокиратор этой системы. Перед замком установлены две пластины по 6 мм, то есть 12 мм каленого металла защищают все уязвимые его части. Установлены две петли подшипниковые. С петлевой стороны это антисрезы эффективной длины. Ригеля 22 диаметра. Это стандартная конструкция. Для наших сейфов. Ну, зазоры, само собой, здесь сведены к самому минимуму. То есть ничего не выпирает, зацепиться ни за что нельзя. Вставить инструмент тоже нет такой возможности. Вот это стандартная конструкция. Ну, конструкция стандартная, но, как правило, сейфы под заказ, они все немного нестандартные. В данном случае этот сейф устанавливается в стенку мебельную, поэтому у него все его поверхности со всех сторон уязвимы, они равно защищены. Только вот эта стена имеет хорошую бетонную основу, поэтому он будет крепиться к вот этой стене, к бетону.